Всем привет! Сегодня мы катаемся на великах. Настя. А он электро? Да. Я. Папа, не падает, да? И папа, и Ника. Фу! Как давно мы не катались на великах. Прощай, мои коленки. Ну, у тебя электро есть. Кнопка на размер, включится. И ставишь как другой рычажок. Он должен... И он получше. Тут хотя бы можно понять, сколько у тебя заряда. Да? Ага. А то на том не поймешь. Какие-то циферки и все на этом. Привет. Нормально? Да. Я только периодически на работу вырывался на велике. Только очень непривычно. Я завтра тебе скажу. Прям непривычно, потому что давно уже не катался. И поэтому уже сильно непривычка. Налево. А можно ответить просто «да»? Нельзя! Владик на все согласен. Значит, сапы! Когда я ему начал что-то предлагать, он согласен. А Вика такая напойнятая и говорит, в воскресенье у нас фотосессия, о которой я даже не знал. Увидели Настю и такие: «Ой, не, надо убегать». Я не знаю, как решили. Да что, вот ты любишь, блин, вот так. А тут какая-то сходка. Ну да. Или цирк приехал. Похоже. А, это Белгородье. Я видел объявление. Всякая-всякая фигнюшка. Ну, что-то типа цирка. О, это та самая штука. Мы лазали у дедушки. Видели такую же, только на двух человек. А тут на одного. Настя отстает.
Я на ногах. Сильно отстала. Вон она, там, на повороте. Что-то все, перевернул он. Повернул он. Еле-еле как крутит. Аварийка, спасибо. Какой аварийка? Помиляй, все, да. Че ты, жульничаешь? Электромотор подрубаешь. Нет. Я на ногах. У меня 6. А у меня 7. И мне спокойно. Ку-ку! Ой, не подрезайте, пожалуйста. Что там, до конца, что ли? Ничего. У меня аж 7, но я еду вообще спокойно. Я вообще не напрягаюсь. Она не ездит. А та звёнка передняя? Тебя на тройке стоит? На тройку перекидывай. У меня 7 вообще максимум. Ты педали. Нажми рычажок, где тройка и... А, все переключился, да? У нас электрика, у него бинза. Бинзовелик. Машины вообще почему-то нету. Только против нас, которые. А вот сзади нас вообще нету. Папа, а почему мне так легко вообще ехать, когда у меня на максимум поставлено? И у меня, похоже, еще эта самая штучка слит. Может, тут вылезла. Здрасте. Ай, ай. Нас яма побила. Ага. Ну мы сейчас так едем, потому что заката не видно. Это самое тут. Машинка.
свалка мусора запрещена! Штраф 5000! Очень прохладно. Но мне только лицо чувствует. Я в худи, где вообще тепло. Ну, не очень так тепло. Опа. Опа. Хоп-хоп-хоп. Электромоторы. Кто в канаву не упадет? Без электромотора в канаву упадет. Ну сейчас я уже на ногах. Тогда когда... О, я теперь уже на моторе. Давай. Ух, капец, блин. Дорожки. Ага, дорожек наляпали тут. Ага, только круг и до самой речки нету. Ну тут есть все, до речки нету. Капец. Белый песок, вот он. Ну-ка, давайте глянем сюда. Ку-ку. Ника, смотри на смартфон. Все. Так близко стоишь, а кого вот тут где-то там за километр. А у меня харя вот такая. Давайте вот тут и по этой дорожке, потому что там песок раздолбали, так что... Включай мотор, да. Подрубай свой передний крыло. Хопа-хопа. Ой. Фух, я чуть не упал. Давай, 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 ты можешь. Опа, у меня уже первая батарейка сдохла. Я просто проехал на большой скорости и даже не упал. И ногой даже не остановился. Просто... Настя, кнопочку вниз, рычажок. А у меня уже первая батарейка сдохла. Потому что не заряжаешь. Только желтая осталась. Ой, песочек, песочек. Я в конце чуть не упал, потому что у меня там была неровность. Вода все-таки еще чуть-чуть есть. Да, вода чуть-чуть есть. Эх, тут песок опять. Его раздолбали прям вообще. Я чуть не упал. О, мотоцикл. Тама. Настя, ты забыла, как на велосипеде ездить. Фу, мошки. А я не забывал. И меня почему-то обогнали. Самая лучшая идея.
Не, пап! Ах ты! На слабо меня берешь? Я не секун. Вот Настя секун. Она в объезд поехала. Она девочка. А мы быстрее приехали. То, что мы напрямую поехали. Я чуть не в дырку провалился, пап. Что это, яблоки? Да, пап? Ух. Так, ну что, я не знаю, в лес ехать смысла нету? Уже нету. Но... По городу погоняет. Ну да. То, что по лесу мы тут уже 1000 раз ездили. Блин, холодно очень стало мне уже. Ой, ой. Ой. Хоп, 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 хоп. О, Настя прошла трюк. Это трюк не наехать на какашки. Собачка, осторожно. Здрасте. О, электрофигнюшка. Опа. Америка, Европа. Ой. Чего? Ничего не слышно. Асфальту говорю легче. Да. А, сунижился круг. Ярко-розовый Настя любит. А Ника любит синий. Уп! Тут включаю вторую передачу. Тренируй, тренируй. А то в этом году совсем расслабилась. Завтра работать будет стоя. Ой. Почему стоя? Потому что сидеть, сидячее место болеть будет. А ты встань и так поедь, а как я. Не поверишь, а я амортизатор так настроил, что я котик вообще не чувствую. А? Вот. Всем бы такой. Что, прямо? Ну, давай. Привет. Здрасте. Я высоко подпрыгнул первым колесом. Я иду,
готова. Давай направо. Налево. Привет. Привет. И куда? Прямо. Прямо? Ну так хорошо сделали так. Цивильно. Да. Намного лучше, чем было. Видеоблог ты ведешь, Тёма. Блохи? Не, у меня блохов нету. Чё, фонтан? Давай там занём. Да, Настя? Ух! Осторожно! Медленько едешь. Так, куда мы дальше? Не знаю. Настя, куда хочешь? Настя домой хочет, кажется. Так сколько еще кругов? А ты голова закружится? Не такая. Не, обратно. Поехали, Настя. Веди нас на свой маршрут. Я бы пошел бы на ту площадь. Так куда мы едем? Ты куда хочешь? Поехали, мы на садик, мы на школу. Да. Вот Белгорье сейчас там идет. Белое горе, говорит? Да, Белое горе. У нас с Настей был бабах в конце. Да, а у меня есть вам проживание, которое все эти ноги убирает. Надо было мне сюда всякой всячине накидать. У меня тоже был бы ароматизатор. Мотоцикл за нами едет. Окей. Твой садик, что ли? И мой. Ну вот, в сентябре немножечко пойдешь сюда. А я в школу не хочу. Хочу, не хочу, придет. Ага. Смотри, цвет твоего смартфона. Ага. Мой смартфон, но только большой в виде дома. И превратился в дом. Ага. Идут прям по дороге. Не бесстрашные. Осторожно.
О, мы тут уже проезжали. Мы круги наматываем. Сделали круг. И сейчас потом вот такой вот круг, да? Мы только тут будем не прямо, а туда. И домой. Мы можем там по асфальту, через переезд. А мне не слышно, чтобы что-то щелкало. Ага, и твой уник через 2 года. Я так понимаю, здесь идет собрание для первоклашек. А можно я не первый? Давай в школу. А чё я сразу? Давай, Тём. Давай, Настя. Ладно. Так уж и быть. Первый заеду. Хоп, хоп. Не, нормально. И сейчас Ника... Привет! Как дела? Нормально! Прямо и налево! Это сын моего учителя. И еще там впереди у него высокий. Это еще один сын. Второй. Привет. Сейчас смотри, ты тут по вечерам что ли зависаешь, тебя все знают. Просто все знают. Некоторые из садика, некоторые подписчики, некоторые. Давай там налево. Просто давай, некоторые. Да не, я тут уже был. Для меня уже ничего нового. Я тут уже был сегодня. Ку-ку. Во второй школе всего 11 класс, один выпускается. Первый тоже. А где он вообще? Он где-то. Такие, чё светит? Машина что ли? У Насти работает, кстати, Эрик. Ну чё, а чудненький там обратно? А чудненько это где? И потом как? Ну, обратно по Ленину. Не. Ты что, боишься? Да. А чуденька это где? Да, они в прошлый раз там летали, как сумасшедшие. А можно не надо? Ну, поехали туда наверх, до больницы. Ну, да. Ага. Сейчас он машину проедет. Ой, папа. Дай ногой пока что встану. Мне пофиг. У меня электровеник. Кстати, мне понравилось электровеник. Ну что, у меня еще косичка есть. Тебе косички пока что нету. Давайте подумаем.
Ой-ой-ой. Сейчас бабам-бабам-бабам. Бабам-бабам. Бабам-бабам. А у нас типа почему-то почти не слышно. Машина. Бабум-бабум. Ну что ты, готова к электровенику? Да. Полететь наверх. А можно не сильно, пап? Не буду крутить педали, это мой нелюбимый. У нас-то на педалях. Чит! Тёма унижается! Только скорость набрал! Тут Настя! Надо нам на одежду отражайки какие-нибудь.